Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру Ratchet & Clank. Ребята, проходим полосу препятствий, потому что мы стали самым крутым рейнджером. А точнее, Ratchet стал крутым рейнджером, потому что его взяли в рейнджера. Наконец-то это случилось. И дали крутейший костюм. Вот такой красивый костюм, и он идет и проходит полосу препятствий. Идем, ребята, идем быстрее. Приветствую вас, кадеты. Добро пожаловать на курс физподготовки капитана Кварка. Здесь вы сможете нарастить свою мышечную силу и думательную силу. Вы готовы? Приступаем! Готовы, сейчас приступим. Но я в предыдущей серии забыл кое-что сделать. А точнее открыть карточки, коллекция карточек. Ну-ка посмотрим, что здесь попадется. Водокачка. Водокачка попалась. Можно будет обменять повторяющиеся карточки на что-то другое. Вот написано обменять. Так, ладно, с этим разберемся потом. Идем, проходим полосу препятствий. Куда? Куда ты прыгаешь-то? Запрыгни нормально. Вот, вот так куда лучше. Намного лучше так. Тихо, тихо. Падать-то не надо. Надо прыгать. Надо прыгать и дальше проходить. Поздравляю, ты достиг вершины справедливости. Твои квадрицепсы наверняка горят от праведности и очень болят. Пойдем дальше. Здесь нужно прыгать, похоже. Похоже, нужно прыгать. Удерживаем. И еще разочек. Куда, куда, куда? Быстрее, аккуратно. Только падаем аккуратно. Потому что падать тоже надо уметь. Мы умеем летать. Научились в предыдущей серии. Сейчас разберемся, все с этими платформами, все будет хорошо. Прыгаем. Куда они уезжают? Правда, уезжают, надо ждать. В определенный момент просто надо прыгать. Опачки. Вот сейчас и сейчас все четко. И здесь тоже надо выждать момент. Быстрее, быстрее, не успеешь, иначе не успеешь. Быстрее прыгай. Есть, получилось. Очень высоко здесь. Если упаду, то разобьюсь насмерть, точно. Давай, 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 прыгаем. Еще. Все выше и выше и выше. Платформа меня унесет. Поехали наверх дальше. Прыгаем. Так, мне надо насобирать 8000 болтов. Уже 6,5 почти есть. Эй, скажи что-нибудь. Дальше-то куда? Дальше полетели. Внизу поезд идет. Я на таком ездил. Последний кадет, который забрался так далеко, стал... А вот парень до него. Там вообще-то та же история. Похоже, этот курс обучения не очень-то обучает. Золотые болты открывают раздел дополнительно в меню паузы. Пройдите так. Ну мы здесь все прошли, получается. А где какой раздел дополнительно? А, вот есть один болт. Золотой. Персонажи, оружие, все вижу, вижу. Это надо все открывать, значит. Внешний вид, маска никакой. Пока что без маски. Ладно, ну идем дальше. Садимся и поплыли, или куда полетели. Что будет здесь? Покинуть полосу препятствий. Я прошел мою полосу препятствий. До чего же ты способный, малый? Встретимся у входа в зал героев. У меня для тебя есть задание.
Направляемся в зал героев. Наши герои взглянули на величественную статую меня. Сюда, рейнджер! Куда? Идем в зал героев. Раз ты теперь один из нас, я решил, пора подогнать тебе новую тачку. О, джампер класса G! Это мне? Вот это подгон. Говоря, это собственность галактических рейнджеров, но если выживешь, если выполнишь это сверхсекретное, но совершенно законное поручение, сможешь делать с ним что хочешь. Что за секретное поручение? Я называю его «Операция Падающая Звезда». Поздравляю, кадет! Ты выбран для участия в операции «Падающая звезда». Галактическая разведка донесла, что у председателя Дрека есть оружейная лаборатория в туманности G-34. Твоя задача — уничтожить этот сверхсекретный проект и никому, и это очень важно, об этом не рассказывать. Никогда. Это будет наш маленький секрет. Хорошо, но почему нельзя... Вопросы можно будет задать по окончании презентации. Необходимо пробраться в лабораторию, используя лазутчик, собственную смекалку, а также мужество, обычно характерное для более опытных ребят. Проникни туда, уничтожь то, над чем он работает, и уноси ноги. А я следую за тобой. Удачи. Я бы хотел тебя проводить, но мне срочно нужно на иглоукалывание. Позвони, когда доберешься до туманности G-34. Я рассчитываю на тебя, Рэтчет. Есть, капитан! Есть, капитан! Поехали! Идем на задание. Навигатор говорит, что мы должны забрать на Оридии какое-то важное устройство. Для проникновения понадобится современное оборудование. За ним нужно заехать на Ривгар. Попробуем выручить скида Макмаркса. Ну, направляемся на Оридию тогда. Полетели. В меню настроек можно переключаться на обычное управление. Прилетели! Стой, это там не скит Макмаркс впереди. Давай посмотрим, кто это. Как же я рад, что вы пришли. Я тут всю ночь проторчал. Глазам не верю. Скит Макмаркс. Я же все ваши гонки смотрел. В том году на Кубке Кервана вы сделали тройную сверхновую на втором махе. Всегда приятно встретить фаната. Я Кланг. Это Рэтчет. Ваш дядя получил инфоботы и попросил нас вам помочь. А я боялся, вдруг робот не доберется. Мы с моим агентом всю ночь убегали от этих бларгов. В конце концов потеряли друг друга в этой кутерьме, и я здорово шмякнулся, выходя из магазина. Чувачки, можете избавиться от этих песчаных акул и расчистить мне путь до корабля? А я вам за это свой скейт отдам. О, настоящий Макмаркс 4000! По рукам! У нас будет скоро скейт. Песчаных акул осталось 87. Песчаные акулы! Сейчас мы с ними разберемся, где эти песчаные акулы. Ну-ка, выходи. Выходи, песчаная акула. Идем и разбираемся с ними. Ай, куда? Здесь можно утонуть, наверное. Они такие, мне кажется, безвредные, эти песчаные акулы. Карточки дали, по-моему, да? Ну-ка, дай-ка заценим, что там у нас. Или мне показалось? Показалось, я думал, это карточка, на самом деле нет. Ох, сколько их много, ребята! Они, похоже, вот отсюда лезут. Это их логово. Ну так, не несколько, а 64 штуки аж осталось. Я бы не сказал, что это несколько. Ну, давай. Ну, можно подзалечиться, в принципе. Чуть-чуть меня подбили.
А как туда попасть? Смотри, как будто там что-то есть. Может, где-то проход есть какой-то? Какой-то! Тихо, тихо, тихо. Чуть не утонул. Как? А как так получилось-то? Я же вроде подпрыгивал. Так, все, ясно. Туда, значит, вообще не надо лучше ходить. Лучше это все дело перепрыгивать и ни капельки туда ногой не наступать. Да на вам протонный этот усилитель, как он там называется, протонный барабан, держи. Подходи, всем акулам будет трындец здесь. Перепрыгиваем. Выходите, акулы песчаные. Сколько ж много вас тут развелось. Доступна новая карточка. Вот теперь точно новая карточка. Посмотрим. Анжела Кросс. В общем, собираем. Нам надо набрать кучу коллекции этих, кучу карточек. По-моему, на плоту еще осталось несколько акул. Разберетесь с ними? Конечно. Конечно, разберемся. Раз уж мы за это взялись, Рэтчет и Кланк здесь все наладят и все сделают. И разберутся со всеми ненужными тварями. Так. Доступна новая карточка, однако, ребята. Видишь, я что-то улучшил там. Теперь карточки так и падают. Тесла шипы. Хорошо, хорошо. Собираем все. А вот и акулы плавают в песке. Как они только там умудряются плавать, а? Да отвали ты от меня, ты что делаешь? 35 штук их осталось, уже 33. А, вот она, подожди. Здорово, акулы. Конечно, справляемся. А ты что, нам не доверял, что ли? Он нас травит едой. Дразнит. Сейчас бы съел пиццу там, а мы уже голодные бегаем. Ну-ка давай наверх залезем. Я полагаю, осталось еще несколько акул. Осталось прям чуть-чуть их, всего 13 штук. Вот это было опасно. Это было опасно, я что-то забыл про эту бомбочку. Давай, придется аптечку съесть. Осталось их совсем немного. Ну-ка, давай поищем, где они еще могут быть. Мне кажется, я вот сюда не ходил. Потому что болты лежат. А, нет, был. Был, я здесь был. Теперь ты наконец-то сможешь приобрести мистера Зуркона. Песчаные акулы на плато! Ну где они? А? Песчаные акулы. Вон, смотри. Это же корабль Скида. Ну-ка, подожди, как? Как так может быть, что их нету больше акул здесь? Корабль Скида. Ну давай туда наверх, значит. Как туда залезть? А, вот же залезть, я забыл. Здесь можно вот так. Вот и акулы, все. Все четко. Надо-то всего 5 штук. Ребята, новая карточка. Эй, вы часом не видели моего агента? Мне как-то стыдно, что я его там бросил. Он с дикой природой не ладит. Я что-то пропустил там видео какое-то. Ну, в общем, наверное, он меня поблагодарил просто. Давай карточку откроем.
Новая карточка, Дарла Градч. Хорошо, опускай. Надеюсь, эта травма не поставит крест на моей карьере. А куда идти-то? Найдите агента Скида, найдите устройство в магазинчике Макмакса. Так, ну а где, где, какое устройство? Ну-ка, давай. Попробую перенести на нее вес. Ох, зря я это сделал, чувачок. Ну-ка, поехали. Куда-то он меня сейчас отвезет. А, ну просто вниз. Искать его агента. Возможно, ему нужна помощь. Эй, почему бы тебе не улучшить протонный барабан? Давай улучшим, но мы можем купить мистер Зуркон. Что за мистер Зуркон? Купить оружие, мистер Зуркон. Протонный барабан, он говорит, улучшить легко. Тебе что-то приглянулось? Вот так сейчас и улучшим. Было хорошее оружие, а стало отличное. Супер оружие стало. Давай еще больше карточек пускай нам дают. Улучшили. Сейчас надо почаще его применять, чтобы еще открылось улучшение. А пока мы можем еще что-нибудь улучшить. Давай, например, воспламенитель улучшим. Боеприпасы увеличим. Все, больше ничего не смогу улучшить. Кстати, мистер Зуркон сделает всю работу за тебя. Внимание, будущий покупатель. Магазин спорттоваров Скида Макмаркса приветствует ваш энтузиазм. Однако вы в том, Тихо, он меня огнем бьет. Покиньте стройплощадку. Ну-ка, братонный барабанчик. Давай еще. Надо его почаще кидать, пусть улучшается. Ну так неплохо в целом. Я бы сказал, даже очень хорошо. Давай еще закинем. На, протонный барабанчик. На еще. А, больше нету протонного барабанчика. Давай что-то еще использовать. Это вот у нас. Так, гранатка. Кстати, он скоро улучшится, протонный барабан. Вон линия улучшения. Мистер Зуркон. Давай попробуем, что это за мистер Зуркон. Во, протонный барабан. Плюс 50%, ребята, к урону. Так это очень круто. Сейчас он вообще сильно всех будет фигарить. Зуркон. Есть со мной Зуркон. Вон он летает. Пускай стреляет. Мистер Зуркон живет, чтобы убивать. Так, дальше что там по миссии у нас? Найдите агента Скида. Ну, ищем мы, значит, его ищем. О, здорово. Подожди, я что-то не то взял. Я еще хочу протонный барабан. Это последний. Впечатляет. Отходим. Отходим, сейчас рванет. Все собираем, все нам пригодится. Еще один мистер Зуркон. А он что, не бесконечный получается? Я думал, он постоянно со мной будет. А он, оказывается, не постоянно. Но зато идем наверх. Зато можно еще раз использовать. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Мои так. Сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру рядом с крюками. Полагаю, это какое-то устройство Dread Industries. Ну ладно, давай осмотримся. Ну-ка, давай еще раз его, этого Зуркона используем. А, я упал вниз. Я упал вниз, а там нельзя падать. Ну-ка, Зуркон, где? Мистер Зуркон несет вам смерть.
Протонный барабанчик, ну-ка давай еще. Зуркон хорошо стреляет, и барабан протонный очень круто бьет. Вообще оружие классное. Ну-ка давай еще. Кто слабак, ты че? Кстати, вон, я, по-моему, кое-что там пропустил. Ну-ка давай вернемся, посмотрим. Мне кажется, там можно было прыгать вперед. И здесь вот коробки не разбил. Как я так мимо прошел? Мои сенсоры засекли необычную энергетическую сигнатуру. Вот туда надо. Полагаю, это какое-то устройство Dread Industries. Ну ладно. Найдите давай устройство. Осмотримся. Я нашел устройство. Нашли мой магазин, чуваки. Сейчас там любоваться особенно не на что, но скоро. У нас там будут скейты, полоса препятствий для петли, даже круглосуточная палатка с тако для тех, на кого ночью нападает жор. Вот здесь аккуратно. Сейчас рванет. Все, все, все. Идем дальше вперед, продолжаем наше движение. Отходи. А лучше улетай. Так, ну ладно, здесь надо все собрать. Не грустите, что пришла зима. В отделе сноуборда вас ждет новейшее снаряжение для растекания по снегу. Когда все круто, мороз не страшен. Вернемся, болты соберем. Готовы поймать волну? Круто! Чуваки, особое предложение. Идите в отдел для просерфинга. Скажите пароль «Да, чувак!» И вам дадут 5% скидку! «Да, чувак!» Мне кажется, все-таки там в начале я убежал зря, там что-то было. Любой снаряд может прикупить что угодно, но нужно не только иметь прикид, но и уметь круто подвинуть. Гляньте в расписание, запишитесь на семинар по крутой нефти, научитесь выглядеть, общаться и даже пахнуть круто, как я! Тихо-тихо, чуть не упал. Это было опасно. Прыгаем дальше. На платформу. Еще выше. Прыжок. И цепляйся. Все получилось. Рэтчет очень круто прыгает. А вот и новая пушечка, ребята. Рэтчет и Кланк нашли портативный гидротранспортер. Он разработан доктором Нефариусом и может перемещать воду из одного места в другое. Давай попробуем переместить. Что получилось? Мы можем теперь вниз туда упасть, да? Только не упасть, наверное, а полететь. Полетели. Готово. Предлагаю крутануть вот эту штуку. Ну-ка, доставай ключ. Открылась дверь, мы идем туда быстрее, заходим, заходим. И теперь герои могли одним нажатием кнопки наполнить водой целый бассейн. Конечно, наполним, мы же это умеем делать. Гидротранспортер разработали для прочистки туалетов Валькирии, но Рэтчет понял, что на нем можно перемещаться по всей галактической канализации. Круто. Теперь остается найти только агента. А где он может быть? Судя по карте, где-то вот в эту сторону идти надо. И как? Ну, пошли, наверное, перемещаемся, все будет хорошо. А где только... Где-то я что-то упустил, мне кажется, в начале. Ладно, уже идем. Нырнуть, попробуем нырнуть. Может быть, что-то внизу есть. Ничего интересного, наверх поплыли.
Надо поискать его агента. Ну, конечно, найдем сейчас. Какой вопрос-то? А, вот мы как раз сюда и вернулись. В 4-м секторе. Высылаю конструкторов. Поэтому все нормально. Я думал, я что-то пропустил, оказывается, нет. Внимание, будущий покупатель. Мы благодарим вас за проявленный интерес. Однако ваш отказ покинуть это место вынудил нас активировать роботов-конструкторов. Всего хорошего. Вот здесь, мне кажется, я куда-то не сходил. Вот не сюда, а вот сюда. Вот туда я не пошел. Если там, конечно, что-то есть. Смотри, сколько болтов лежит. Я чуть не упустил возможность собрать кучу болтов. И вот робот огромный какой-то. Робот, что это за робот такой? Прискакал ко мне, на. Внимание, будущий покупатель. Поступление скейтов, гравибайков и гироциклов ожидается лишь следующей осенью. Плохо. Сейчас вас здесь ожидает лишь смерть. Как? Какая смерть? Вы чё? А гироцикл где? Поступление, говорит, не скоро, а вас только смерть тут ожидает. Ну-ка, акулы. Ну, с акулами мы легко справляемся. Я это вообще уже легко умею, научился. Так, 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 тихо, тихо, давай. Давай, что мы оружие никакое не кидаем. Ну-ка, давай, закинем ему. Вот, хорошо, еще один. Протонный барабан. А это что валяется такое? Держи, держи, и тебе держи, и тебе тоже держи. Всем держите, ребята. Патронов нету, можно гранатами теперь раскидывать. Давай, еще кидай. Кидай, все хорошо будет. Так, продолжаем. Мне надо наверх. О, держи Подожди, не так. Держи гранату. Ну-ка, протонную не дали нам. Протонную не дали штуку. Давай Зуркона запустим. И, ну, не знаю, какой. Воспламенитель давай еще возьмем. Тихо, тихо, куда он меня скинул обратно-то? Я что, за что такое отношение ко мне? На, получи. Нам надо найти агента. Председателю Дреку. Слушай, не усложняй себе жизнь, скажи, где он, и мы тебя не слышим.
Да я понятия не имею. Вы же знаете, какие они, эти звезды. Делают, что хотят. Давайте мирно разойдемся. Как скажешь. Вот только скормим тебя акулам. Так. Разбиваем. Осмотрелись. Вот там лежит карточка. Надо забрать. Надо забрать и открыть. 5 штук сразу в одном. Ничего себе. Я даже не успел прочитать, какие, но я думаю, это все карточки крутые. Пускай будут. Вон оружие куча. Огнебластеры и все остальное. Окей. Все супер. Отбегаем. Ай-яй-яй, не туда. Ну ладно, хотя бы я не разбился, ничего никуда не упал. Сейчас мы вернемся обратно. Хорошо, так, через лаву эту перепрыгиваем, через жижу. Так, подожди. Ну, только воспламенителем давай, наверное, получше будет. Прокачаем заодно воспламенитель. Вижу слева еще чувака, вот он стоит. А, это свой же, блин. Он такой же, как они, блин, как монстр-пришелец. С виду. Патронов совсем чуть нету. Давай огнебластер в ход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же так? Ну-ка, огнебластером сейчас. Держи, получай! Все, пора тебе падать. Ну-ка, этого тоже надо убрать. А что ты такой живучий-то, я не пойму. У меня уже сейчас огнебластер закончится, что за дела? Все. Ладно, хоть гранат дали. 3 штуки гранаты. На, держи. Готов. Почти. Еще. Ура, я его победил. Все. Все на него потратил. Эй, вы небось те 2 героя, что спасли моего клиента. Стойте, не говорите. Кречет и Клинк. Рэчет и Кланк. Да-да. Коверкает специально, смотри, что, а. Хорошо звучит. Большой маркетинговый потенциал. Слушайте. Мы с моим клиентом во время спешного отступления к кораблю потеряли друг друга из виду. Я бы пошел его искать, но здесь полным-полно песчаных акул. Не выручите меня. Вам нечего бояться, сэр. С песчаными акулами покончено. Чудесно, чудесно! Вы смельчаки! Я могу вас раскрутить. Всегда рады помочь. Мы очень признательны вам за помощь. И куда вы теперь? В больницу, наверное. Надо ногу показать врачам. Госпиталь? Скит, брось. И хуже травмы были. Что же мы тогда будем говорить спонсорам? Мне что-то начинает казаться, что тебе на меня типа наплевать. Ладно. Ну а ты что скажешь, железяка? Рэчет. Вот именно. Хочешь стать знаменитым скейтером? Вот этот инфобот тебе все расскажет. Просто скажи, что ты от Дона Вандерстара. Пришло время ежегодной гонки на скейтах в Blackwater City на планете Рингар. Вы, юные экстремалы, готовы похвастаться своим владением скейтом? Тогда спешите на Рингар и примите участие в нашей безумной гонке на куске пластмассы с реактивной тягой. Сейчас примем участие. Послушайте наших предыдущих чемпионов. Я никогда не упускаю шанса поучаствовать в этих гонках, кроме следующего года. В следующем я... На больничной койке лежит. Чувствую пальцем в ног. Это нормально? Победителей ждут денежные призы и галокарточки. Так что прилетайте на Рилгар и поучаствуйте в самом экстремальном состязании в галактике. Ну, карточек дадут, это круто. Все доступные задачи выполнены. Приз получен на старт. Надо же, мы спасли знаменитость. Надо бы поглядеть, что там за гонки на скейтах. Надо возвращаться на корабль.
Да, сейчас мы полетим туда. А где корабль-то? А как быстро вернуться можно на корабль? Ой, куда ты? Куда ты? Вот это я быстро вернулся. Все. Да нет, так не надо было делать. Зачем туда падать? Встаем на платформу и полетели туда, на корабль. Вот он наш корабль. А мы что-нибудь можем улучшить? Ну-ка, давай-ка глянем. Давай заапгрейдим, конечно. Зуркон. А что нам Зуркона обязательно надо апгрейдить? Подожди, воспламенитель. Огнебластер. Протонный барабан можно еще улучшить. Давай протонный раскачаем, он вообще будет всех сильно очень фигарить. Во! У него радиус будет огромный, он просто будет всех издалека бить сразу. Зуркона потом еще качнем, ладно. Будут очки, качнем. Все, сейчас полетим к следующей миссии. Участвовать будем на скейтах. Но это будет, ребята, уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И можете поделиться с друзьями, чтобы им тоже было интересно вместе с вами. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.